В прямом эфире мы продолжаем. В эти дни в Черкесске продолжается всероссийский боксерский турнир памяти известного тренера Александра Степановича Давыдова. Разумеется, спортсмены из 27 регионов приехали в Карачаево-Черкесию, чтобы в первую очередь посостязаться и определить лучших. Но сегодня они нашли возможность и время, чтобы посетить значимое для жителей республики место, отдали дань уважения воинам прошлых лет. На аллее славы в Черкесске более сотни человек почтили память героев Советского Союза и России, возложили цветы к мемориалу защитникам Отечества. А представители команды из Луганской Народной Республики также посетили памятник летчику Канамату Баташеву, погибшему в зоне специальной военной операции на территории нового российского региона. В первую очередь мы хотим почтить память героям Великой Отечественной войны и герою специальной военной операции, так как эти герои сражаются за нас, за Россию, за будущее России, за будущее страны. Для вас, вот как для представителя Луганской Народной Республики, наверняка вот ужас войны знаком как никому другому. Да, я участник специальной военной операции. Сейчас в данный момент привез спортсменов на соревнования.